Добро дошли, дорогие друзья. Сегодня приехали в ковбойский городок. Сейчас я вам покажу, как это выглядит все с трассы. Ну что, погуляли мы по этой ковбойской деревне, городку, не знаю как назвать. Поставлю этому месту 4 звезды из 5. Почему не 5? Вроде бы все понравилось, все классно, но ты платишь за вход. И потом за это ты получаешь, ну, практически ничего. То есть здесь есть детская площадка, на которой можно погулять. Ну, собственно, все. Все остальное, куда ты хочешь зайти, все платное. Кинуть топор 6 раз, 400 динар. Прокатиться на быке, там, пока не упадешь, ну вот сколько это было, минута с небольшим, 500 динар и так далее. То есть все, что здесь есть, оно остальное все платное. Такой получается как бы баблосбор. Но весело, антуражно, интересно. Имейте в виду, съездить стоит.